хочу помочь тебе пройти испытание, но не могу. Прости, ты теперь сама по себе. Этот тест я сделал сам. Из кусочков тестов, что сумел найти. Свалил все в кучу. Кнопки, воронки, бездонные дыры. В нем есть все. Бомба, а не тест. Так, это слишком затянулось. Я просто скажу тебе, как пройти это испытание. Видишь, вон ту кнопку. Тебе надо просто на... Но я не могу помочь тебе пройти эти испытания. Неважно. Неважно. Проходи тест самостоятельно, сама по себе. Иду, не начинай пока. Ты не поверишь, что я нашел. Там целое запертое крыло. Сотни отличных испытательных камер. Ничьи, подходи, бери. Только скелет внутри. Но я их вытряхнул, теперь они как новые. Скелеты? Ну ладно, несколько камер я оставил в запасе. И поехали. Здорово, да? Незаметно никакого перехода. Кажется, есть хорошие новости. Рано или поздно у него закончатся испытательные камеры. Я их про запас не оставляла. Я иду, иду. Не начинай пока. Thank you.
уже почти. О, я разочарован. Нет, события идут быстрее, чем я думала. Уверена, все будет хорошо. Наверное, ничего особенного. Продолжай испытания, пока я ищу выход. Хорошо, последний тест разочаровал меня. Похоже, вежливость тебя не мотивирует. Тогда попробуем ее метод. Толстуха. Удочеренная толстушка. Толстая, без родителей. И? Что? Ну что ты имеешь против удочерения? Что я имею против удочерения? Ну, нет, родители... К сведению, тебя удочерили, и это ужасно. Кого? Ничего. Некоторые из моих лучших друзей сироты, но... Она не толстая. Я не дурак! Просто выполняй тест, просто выполняй тест. Если это я такой дурак, то почему ты не можешь пройти такое простое испытание? Наверное, в этот раз я немного переборщил и называю его дураком. Он играет классическую музыку. Ой, извини. Надеюсь, я не мешаю. Это были книги. Перелистывал страницы. Этим я и занимался. Читал книги. Так что не дурак. Только что закончил последнюю. Самую сложную. Макиавелли. Правда, не понял, чем она такая особенная. Я ее отлично понял. Ты читал? Да. Да, сомневаюсь. Ну, назад к тесту. Хотелось бы, чтобы книг было больше, но их нет. Что это было? Ничего! В теле, которое он занял, в моем теле, встроена эйфорическая реакция на тестирование. Со временем можно развить к ней сопротивляемость, но она может быть невыносимой для того, у кого недостаточно развит интеллект. Для меня это значение не имело, потому что я занималась этим ради науки, но вот он...
Не обращай внимания, просто передвигаю тестовую камеру поближе к себе. Если буду ближе к центру событий, результаты должны быть ценнее. Что это было? Ничего. Извини, мне показалось, ты что-то сказала. Везет нас прямо к тебе. Да что надо? Точно уверена, что правильно их проходишь? Да, ты его прошла, но мне кажется, что есть множество решений, и ты все время выбираешь худшие. Нет, нет, это и было решение. А, что я не так делаю? У меня идея. Я буду записывать, как ты их проходишь, а потом посмотрю сразу 10 записей. Получится более концентрированный научный продукт. Да, кстати, для этого нужно проходить их в 10 раз быстрее. В любом случае, я не отмажу перед тем, как найдешь решение, хорошо? Не хочу испортить тебе финал при просмотре.
Ты нашла решение, да? Я же просил тебя предупредить! Ну почему ты так все усложняешь? Помнишь, я говорила, что он был специально спроектирован так, чтобы принимать неудачные решения? Мне кажется, он решил не поддерживать те жизненно важные функции, которые предохраняют этот комплекс от взрыва. Не самоуничтожится. Я уже все исправил. Запрограммировал напоследок одну встрясочку. Две. Одну или две встряски. Так, для развлечения. Опасность. Перегрев реактора. Взрыв. Я не стал увольнять его, я не монстр. Но не обращай внимания на его слова. Проходи тест.
Так, по-прежнему ничего, продолжаем. Извини за лифт, он временно не работает, расплавился. Могу пока устроить экскурсию. Слева там какие-то огоньки. Не знаю ничего, но что-то очень мощное. Справа там что-то большое летит прямо на тебя. О нет! Беги! Этого там не должно быть! У тебя все в порядке! Сейчас я выключу луч! Стоп! Ой, не помогает! Не знаю, мне почему-то казалось, что поможет! После всего, что он сделал с моей лабораторией, когда мы его победим, можно я убью его? Ты жива? Здорово! Готовлю испытание. Для тебя, естественно. Для кого еще его готовить? Не для кого? Так, посмотрим. Выход. Нет выхода. Не проблема. Я сделаю выход для твоего теста. Вот, дзынь. Чудесно. Вперед. После того, как ты сказала мне выключить луч, я думал, что потерял тебя. Сходил, проверил остальных испытуемых. Без толку. Они по-прежнему мертвы. О, ну я кое-что нашел. Кстати, вспомнил, у меня есть для вас большой сюрприз. Он вам понравится.
вам двоим очень понравится этот сюрприз. Фактически, он вам до смерти понравится. Будет нравиться, пока не умрете. Ладно, не знаю, понимаешь ли ты, что я тебе говорю, но... Спасибо, мы поняли.